спонсор прогноза погоды – магазин кожи и меха «Квин». Новые коллекции верхней одежды уже в магазине. И о погоде. На следующей неделе в Таганроге будет переменная облачность, температура воздуха плюс 5-6. В Москве будет ясно, температура воздуха минус 6-5. В Краснодаре будет пасмурно, возможно, небольшие дожди, температура воздуха плюс 10-11. В Севастополе ожидается ясная погода, температура воздуха плюс 12-13. Вся жизнь Таганрога на интернет-портале taganrog.tv.ru. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго и удачи!